Из чего я решил, что у меня будет больше покупателей, неизвестно, где они в городе. Здорово! У меня есть вещи на продажу. Конечно! Никаких проблем для героя Хайрула! Цена перепродажи вещей, которых он коснулся, будет просто космическая! Я обеспечен на всю жизнь! Это проучит папу! Это проучит каждого! Что это такое? Кишки бокоблинов. На вкус как жопа. Но теперь это все твое. Деньги, пожалуйста. А у тебя нет мечей или щитов, которых не жалко? О, да, много. Но я их постоянно ломаю. Быть героем не просто, знаешь ли. Ну, типа вот. Еще чуть-чуть. Ну, ты понял. В любом случае, держи кишки. Оу, спасибо! Нет, тебе спасибо. Я и не думал, что хоть кто-нибудь купит этот мусор. Я скоро тебе еще принесу. Подожди, нет, я просто автоматически это говорю, когда кто-нибудь что-нибудь покупает. Забавный. Ладно, увидимся завтра, Будл. Получи! О, спасибо! Поберегись! О, этот парень так сильно любит кишки. Хотя бы спасен. Держись! Скоро буду! Что ж, может быть, я хотя бы смогу купить этот молот. Ну, конечно. И получи... Что? Нет! Пожалуйста! Почему я, Линк? Что я сделал? А, Будл, ты меня раскусил. Я знаю, ты их любишь. Неправда! Мне жуки нравятся! Мое чертово имя! Бидл! Потому что я, блядь, люблю жуков! Знаешь, кому нравятся органы монстров? Килтону! Это его фишка! Да, это как бы вообще мое дело, понимаешь? Да по барабану, ты ближе к точке быстрого перемещения. Что? Это такое? А, у меня штук 50 таких. Я храню их. Просто на случай, если они когда-нибудь мне пригодятся. Ну все! Я возьму твой мусор. Но я больше никогда не хочу видеть здесь твое идеальное эльфийское лицо! Спасибо! Я же сказал, мне не нужны твои... Мои что? Кишки? О, нет. Ходит слух, что какой-то псих хранит части тел бокоблинов. Не знаешь никого здесь поблизости? Я не хотел их, правда? Я пытался их продать! И ты нас монстрами называешь? А каково было бы тебе, если бы кто-то разрезал тебя и продал бы твои внутренности на открытом рынке? Давай узнаем! О мой бог, ты спас меня! Ты воистину герой Хайрула! Я был столь глуп! Как я могу отплатить тебе за твой бескорыстный поступок? Спасибо! Спасибо! А вот еще. И вот еще. Спасибо! Все для тебя. И еще. Спасибо! Так много? Я могу это делать вечером. Спасибо. Вау!